вот и нарядный Невский. И выражение народа, как на Невском, полностью подтверждается. Народу очень много, несмотря на позднее время. Посмотрим сейчас, как украшен Невский, как подсвечены дома. На Тверской украшены бокалами шампанским, а здесь вот такая красивая гирлянда с шарами. ЛФЗ, бывший, ныне императорский фарфоровый завод, представляет здесь свои подарки, посуду. ИФЗ сейчас называется. Место, где хорошо. А вот здесь вот на Невский 84, вот в этом магазинчике раньше был магазин «Маска», театральный, всякие утварь театральная продавалась, пуанты, пачки, грим театральный. Сейчас это кафешка, ресторан даже. А раньше был мной очень любимый магазинчик, даже когда-то я здесь купила себе пуанты. Строила из себя балерину, ноги ломала. Но ничего, нормально. Какие-то мечты были детские. Вот сюда вот я приезжала, глазела на витрины. И даже что-то покупала. Суетно на Невском. Классно? Давайте-ка во двор зайдем, посмотрим, что там. Ну, вот такой вот двор.
детства знакома вот эта гомеопатическая аптека, здесь так и находилась всегда. Пассаж, а напротив гостиный двор. Давненько я здесь не бывала, давненько. В пассаже я тоже работала несколько лет от фирмы, стояла здесь. Какие яркие, красивые шишки, сосульки. Красота. Привидели символ года. Ну, в отличие от ГУМа, здесь нет прохода на второй этаж, как такового, по верхним галереям. На второй этаж можно подняться, там были закрытые галереи с одеждой дорогих марок, там кафешки, и там была столовая, по крайней мере, для персонала. Сейчас пройдем сквозь галерею пассажа. Там в торце находится театр Комиссаржевской. И бывало так, что я стояла, работала, и пробегали мимо актеры. Прямо бежали в театр на работу. Службу. Да-да-да, вот это вот лестница, и вот туда наверх я поднималась, там была столовая и кафешки, и с этой стороны то же самое. Но сейчас, судя по столикам, тоже кафешки остались. Сделали красиво. Но вот этих ларечков тоже не было в центральной галерее. Сейчас бутики различные. Обувной здесь был, всегда был. А там уже холл театра. Красивые игрушки. Можно начинать собирать новые игрушки. Смотрите, как шикарно сделано.
чудесные подарки. Прямо.